Итак, ребята, всем привет! Мы продолжаем прохождение, впереди у нас Шелковая роща. Так. Вот она. Героям предстояло встретиться с последним духом, живущим в зачарованном уголке леса. Они продолжили путешествие в надежде помочь несчастному принцу. Так, угу. Позади нас ничего нету, как обычно, но я все равно каждый раз проверяю. Так, тут у нас баночка снизу. Как она ровно легла, даже не сползает. Вот это да. Герои, отыщите меня на верхушках деревьев. Верхушки? Почему верхушки? Может, вы лучше спуститесь к нам? Понятно. Никаких проблем, госпожа. Давайте подниматься. Надо ли что-то с этими камнями делать? Вот так вот. Угу. Зачем мне тогда было на них подниматься, когда у меня тут, в принципе, моя старая методика на ура работает? Так, о, а тут палить нужно, оказывается. Понятно. Угу. Так, нет, не так. Вот прям за самый краешек. Зараза. Так, но все равно этого недостаточно. Давай еще одну сделаем. Вот так вот. Окей. Наверх. Ох, если бы это была картошка, а не цветы, мы бы ничего не добились. Зато у нас было бы полно картошки. Так. Опять что-то поливать надо. Ничего себе, капельки мы за это еще не получали. Ну-ка. Тихо. О, другое дело. А вот эту как мне? Эта же штука должна расцвести по-любому. Нам поступают тревожные сообщения, что ваше задание идет не по плану.
Места наполнены кошмарными существами, их число продолжает расти. Пожалуйста, утройте свои усилия, чтобы найти принца Селия и как можно скорее вернуть его обратно в Астральную Академию. Угу, окей. Так, ага, вот я вижу, как эту штуку можно палить. Так. Как же быть, как же быть? Но это не в ту сторону все поливается. Я соображу сейчас, подождите. Оп! Понятно. Хорошо. Тихо, тихо, тихо. А, блин. Понятно. Как же мне быть? Может, мне полет один из них отправить. Блин. Сейчас я соображу, подождите. Стоять. Да что ж такое-то? И может мне все-таки эту сделать платформу? Блин. Так вот. Ну, мне что-то от этого легче-то как-то не стало. Ну-ка, а если я подвину аккуратненько? Допустим. Неужели? Это было очень сложно. Но по-любому было какое-то более простое решение. Просто я до него догадаться не мог. Ниже нельзя? Нельзя. Ее как закрутило.
Нормально, нормально. Если я сейчас воспроизведу, как я это сделал. Хорошо, ладно. Ну. Странно, конечно, ну ладно, я что-то сделал. Ух-ух-ух, как его быстро-то подтянуло сюда. Давно не было новых монстров. Сегодня и те же нам попадаются. Ну да ничего страшного. Вот так вот. Ну, сова, ничего себе. Прям катапульт натянул. Ой-ой-ой-ой-ой. Все под контролем. Хотя надо было, наверное, не так делать. Отличненько. Так, белочка с нами бежит дальше. Так, эта штука больше нам не нужна. А вот сюда забраться надо будет. Так, создаем шар. Причем надо его вот чуть-чуть подальше создать, да-да-да. Ай-яй-яй-яй-яй. Будь у нас платформой, мы могли бы соорудить качели. Интересно. А что наверху? А наверху совсем ничего. Тут все история о том же, да? Окей. Ща-ща-ща-ща-ща надо тут, так сказать, опуститься социально.
Ну, так должно получиться. Во. Ай-ай-ай, ла-ла-ла! Это было странно, но ладно. Справился и хорошо. Ой, ничего, он подзатыльники отвешивает. Вот и все. Да, отвешивался подзатыльников. Опа. Ну. Вот так вот. Ух, опять эти водопады. Ну, эти водопады, господи. Ну, вы поняли. Такс, такс, такс. Ну, снова я делаю платформы. Так, тогда мне тут понадобится еще вот эта штука. Опа. Что же у нас тут? Может мне подать его туда воды? Он воду не поднимает туда? Понятно. Но легче-то мне от этого не стало, конечно. Ну. Ну давай. Ну подтяни ты этот шнурок-то, ё-моё. О, господи. За что мне это всё? Вот. Чуть-чуть только подвинуть ее. Вот так вот.
хватает. Но сейчас должно хватить. Неужели? Да, это было долго. Ну, вроде бы мы справились. Ага. Я так рад, что эти лесные духи предложили нам свою помощь. Как только мы заберемся наверх, эта милая леди закончит наше зелье. А затем, полагаю, мы заставим принца его выпить. Как только пропадут кошмары, все вернется на круги своя. И ура. Надеюсь, до тех пор Селли не сотворит еще какой-нибудь кошмар. Все может быть, но я тоже надеюсь, что он не набедокурит больше. А, подожди, подожди. А зачем я ее так натянул? Опа. Понятно. Тогда логично. Вот это другое дело. Да, я тут так должен перелететь. Нечего тут лишнего зацеплять. Подожди, не дерись. Так. Так, его чуть-чуть опустить надо. Вот так, хорошо. Но легче-то мне не стало, опять же. Потому что надо, чтобы вот эти цветочки у меня тут зацвели. Ой-ой. Ой-ой. Так, ну хорошо, с этим легко. С другим, видимо, тут опять придется эти кубики строить. Через эту штуку перевешивать их. В теории я, по крайней мере, как-то так это вижу. Твою мать. Хорошо, мы попробуем по-другому. Даже нет, надо было не так делать. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Да блин, а почему... Эта штука-то слабее получается. Как странно.
Ай-яй-яй. Нормально, нормально, сейчас пойдет. Во-во, пошло, 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 пошло. Да блин. Только что ж набрал почти полностью. Все, не двигаемся. Там чуть-чуть мимо идет, ну да ладно. Чуть было не упал. Все, пусть они так и болтаются. Ух, ё. В чем подвох? Это ж легко. Так, очевидно, пока нам не сюда, надо смотреться наверху. Угу, интересно, интересно. Угу. Так, а как мы запускать шар тогда будем, если у нас все платформы тут сейчас стоят? Интересненько, интересненько. Как там запускать вдаль-то, я забыл уже. А, две клавиши зажать. Я не это имел в виду. Во-во-во! А как я это сделал-то? Ничего не понял. При создании предмета продолжайте удерживать левую клавишу мыши и правую до тех пор, пока не будет готов горизонтальный бросок. Понятно. Бери вот это все. Вот у меня сейчас получилось создать. Но мне надо убрать вот эти все. Да, да господи, да хватит все это создавать. Это все не то, что мне нужно. Блин, я не знаю даже, что там делать-то. Как это разломать?
учитывая, что тут всякое говно постоянно появляется подо мной. Подождите, а так можно было? Да ладно, серьезно, ее под наклоном можно было просто повесить? Офигеть. Вот этот поворот. Опа. Ну, а часто у меня все получится. Да почему? Какого черта, я не понял. Так, ты, блядский шар, свали. Вот так вот, ну наконец-то. А! Джекпот! Это все мое! Фу, вроде бы ничего не упало. Да. Сложно было. Я не знал, что их можно потом просто боком там ставить. Что бить произошло? А, я паузу случайно. Он в паузу падает, понятно. Вот вы какие. Хе-хе, обманул систему. Так, опять тут прыгать, летать туда-сюда, все не то. Так, понятно. Понятненько, что ничего не понятненько. Ну, попытаться стоило. Смотрим, что там тогда у нас. Ну, наверное, так и должно быть, я не знаю. Неожиданный коллапс. Наверное, явно не было предусмотрено, что эти кубики можно так легко потерять. Так, ну, видимо, все же... Да! Потрясающе просто. Я совершенно не это хотел.
Пододвинем еще на краешек. Ну, наконец-то. Но это явно, видимо, тоже не так решается. Это все уже я сам тут навыдумывал с пустого места. Так, понятно. Отлично. Да что ты делаешь? Господи. Ну, давай, ладно, так можно тоже. Мне просто надо кубик один. А где он? Офигеть. Я все кубы просрал. Пытался забраться, в итоге кто бы мог подумать, что на меня здесь просто нападут. Теперь Амадей может создавать 3 предмета одновременно. Круто. Такие вот дела. Очень даже неплохо. Так. Это не то. Почему дорожку я не могу построить? Во. Только я, наверное, там... Да, там смерть, окей. Тогда пока что мы эту штуковину убираем. А что делать? Что делать? Создам я 3 предмета, а толку-то как я спускаться-то буду? Может, тут можно, я просто этого не понимаю. Ну да, тут можно, круто. Значит, я правильно начал думать. Делаем сюда. Потом. Сюда. И вот так. Вот и все. Я-то думал, тут просто этот ствол в разрезе, и поэтому я туда попасть не могу. А оказывается, с этой стороны давно можно было. Так, секундейшн, подождите, вот так. Нет, так нельзя, там смерть.
Так, а как мне тебя опустить? А, ну, логично. Да ты зараза. Дайте заморожу просто. Такой вариант меня тоже вполне устраивает. Так, а вот туда, если я хочу, интересно, что мне нужно. Так, давайте разморозим сначала вот эту штуку. Так, ну вон сразу же одно решение само нарисовалось. Вот и все. И, кстати, у нас 3 очка для прокачки уже есть. Зоя обретает способность бросать свою волшебную веревку во врагов, захватывая и удерживая их. Но даже не знаю. Но мне по сути без надобности. Ну давайте вот это возьмем для начала. Эта штука подешевле стоит. Будем, так сказать, по порядку раскачиваться. Не вижу. Дам. Так, опа, готово. Неспроста, неспроста. Ну-ка, чё там? Ага, видно оно. И все, что ли? А, нет, не все. Сундучок. И я могу оставить себе все драгоценности, которые мы найдем. О, королевская тиара. Весьма-весьма неплохо. Хотя зачарованная крона была прекрасная и пленительна, героев не покидало чувство тревоги. Чем выше они поднимались, тем более гнетущим становился вокруг воздух. Особенно для воровки Зои. Понятно. Что у нас? На кону страх для Зои?
секундочку. Чуть-чуть. Вот, блин. Зараза. Нет, не работает. Так, ну огонь. Так, ну эта нам штука больше не нужна уже. Да блин, она все равно мне мешаться продолжает. Свали. Да вы посмотрите, блин, а что ж творится-то? А, блин, чё опять происходит? Так. О, господи, что за безумие? Так, убираем лишнее, это всё не нужно. Да я что-то даже не знаю, как ее сдвинуть-то теперь. Может, я их две просто создам? Ну куда? Куда ты ее? Ну, ё-моё. Ну, блин, кто бы мог подумать, их можно две создать. Только они обе сейчас неровно стоят. Что происходит? Блин, они там заткнули эту штуку, по-видимому, да? Ну. Наконец-то. Почему это со мной происходит? Вот что это вот сейчас было? Я просто новые создам, чем выковыривать старые, там вот это все. Мне не туда надо. Надеюсь, хватит. Ну, только что же доставало. О, господи. Я еще не привык, что мы можем три предмета создавать. Ну, сейчас-то ты почему не достаешь? Уходи. Да не это мне нужно. Возьми ее. Что ж ты делаешь-то?
Блин, мне просто это на голову все бежит и все. Ну, что вообще происходит? Что за отвратительный уровень, а? Еще дел, блин, до жопы, а? Неси меня отсюда, умоляю тебя. Нет сил моих больше терпеть это. От этого места у меня мурашки по коже. Может, это из-за цветочной пыльцы? Нет, скорее я предчувствую что-то дурное. У меня было то же самое перед моим кошмаром. Да, ты прав, и у меня. Так, секундочку. О, время снова страдать. Тихо-тихо! Куда ты? Так, хорошо. Не то чтобы очень хорошо. Как мне их собрать-то? Тихо, тихо, тихо. Ах, неплохая попытка была, прям очень даже. Я бы даже удивился, если бы она сработала. Бесит, что все, блин, сдвигается по тысячу раз. Почему вот ты не можешь вот здесь парить? Ее в бок уносит постоянно. Тихо, тихо, тихо. Ну, это было близко. Я не знаю, как тут это построить можно, так, чтобы все получилось должным образом. И его туда уносит. Это не то, что, блядь. Почти.
Наконец-то. Ура, ура. Господи, попробуй все это еще проверни. Еще с кошмаром неизвестно сколько драться. Что ты делаешь? Ну что это такое? Господи, какое бесполезное умение-то я вкачал, я прям не могу. Да не то это все. За что мне это наказание? Ну, лезь! Почему ты не лезешь? О, Господи. Ну как я туда полезу? Так, ну, в теории можно попытаться, но это была дурацкая попытка. Ладно, хорошо. Пойдут тогда летать они. Ну и темень тут. Сразу вспоминаются все кошмары, которые выпрыгивали из теней, когда принц сели и был неподалеку. Тихо, прекратите уже говорить о кошмарах. А что, ты боишься? Что? Буквально секундочку, малюсенький перерыв сделаю. Так, ну посмотрим. Что тут делать надо? А что делать-то надо, я не понимаю. Ну, очевидно, нужны и скипетры вот эти все как-то сбивать. А! Ах ты, маленькое чудовище. Я даже не понял, что я сделал. Ну! Блять, чудом выжили, а? Почему она не подтянулась-то, я понять не могу. Ну, подтягивайся, господи, еще уговаривать нужно, а? Жесть какая. Dark nook this is. It reminds me of... My crown protects me! Oh!
Так, ну разобрались. Ну почему ты не подтягиваешься? Я же тебе нажимаю вверх. Фух. Тяжелый босс. What a dark nook this is. My crown protects me. Но где огненная-то? А вот сейчас она подтягивается нормально, а до этого не хотела, просто вот висела в одном положении и все. Что за жесть вообще, я не понимаю. Загадка. Делать-то. Ну! Так, конечно, ты подохнешь, ты же, блин, либо... не... Во, наконец-то. Дай, что ты будешь делать-то? Вот я чисто случайно выиграл. Вот, не более. Приветствую, герои. Я закончу ваше зелье. Оно должно излечить принца кошмаров. Огромное спасибо, мисс. Отлично, я рад, что нам не придется сражаться с бедным мальчиком. Сначала надо убедиться, что он все выпьет. Если с принца все-таки возможно снять проклятие, то это значит, что с ним не придется драться. О чем так беспокоятся наши герои? Они шли за Селием по следу из кошмаров, которых он призывал, и в конце концов обнаружили себя на заснеженных вершинах. Ну что ж, ребятки, на этом мы закончим эту потную серию, увидимся уже в следующей. Я благодарю вас за просмотр, всем пока-пока.